На период с 30 марта по 3 апреля в округе определены дежурные детские сады для детей, чьи родители в силу особенностей деятельности будут на этой неделе находиться на рабочих местах. В Муравленко это детский сад «Золушка». Связаться с сотрудниками можно по телефону 29013. В дежурный детский сад принимаются дети при объективной необходимости, если родители обязаны находиться на рабочих местах и у них нет возможности оставить детей под присмотром дома. В настоящее время организовано две дежурные группы в нашем детском саду. Сегодня к нам пришли 18 детей. Режим дня для детей сохраняется такой же, как и в обычные дни. Противоэпидемический режим у нас усилен. То есть это и дезинфекция помещений, и регулярное проветривание, обеззараживание помещений. Выполнение всех необходимых мер безопасности. Усилен утренний фильтр при приеме детей. Проводится фильтр всех сотрудников и людей, которые посещают дошкольные учреждения. Необходимость нахождения ребенка в детском саду согласовывается с сотрудниками «Золушки» через работодателя. Всего в муниципальных образованиях автономного округа организованы 54 дежурные группы.